Досав, ФК Разам, счет 0-0. Ахтар, попробуй. Я понял, нормально. Хорошо, Ага. Сказал, какие команды? Да. Что сказал? Да. Да. Ай, забей. Супер. Лёнь, давай. Тащи. Товарищ судья! Там что судья, блядь, подслушивает? Сейчас получится. Мазур забил? Кто забил? Мазур? Да! Мазур забил! Видя Вячеслав! Мазур, Артём! Мазур! Мазур! Артём! Артём! Всё, ребят, давайте! Да какая? Один ноль, да? Нет, нет, нет. У нас всего 8. Давай сразу, нападай! Товарищ судья! Судья! Так вроде бы сами в себе врезали. Там по голени. Александр Александрович, ну сами понимаете. Удалите второго. Его уже давно должны были удалить. Короче, пробивайте отсюда, что там, может быть, попадете. Вратарь-то у них не такой уж. Вот,
Да. 5 минут прошло. Нормально все, атака прошла. Пройдет еще. Свободный удар вроде как, или нет? Вообще. Конечно, накал такой. Как КСТМ 1-0. Товарищ судья. Ребята, по ногам аккуратнее. Аж сюда слышно. Ну! А, по-моему... Вроде нормально снимает. Пока что. Когда далеко. Назад вернусь. Ну там уже вроде как в финансе за такие маты. Я знаю. Я поворачиваю. Не достал. Вроде как опасная игра или нет? Тот же угол, а? Восемь минут прошло. Еще дополнительное время будет вроде как. Быстрей! Ребята, пожалуйста, мячик не выпускайте на поле второй.
хорошо. Ты что делаешь? Его можно было разотвор, типа. Я брошу, брошу, брошу. Один ноль в пользу Рамзана.